грязные руки. Дети, я дома! Смотрите, что я вам принесла. Дети! Дети! Ага, дети в песочнице. Помою пока овощи и фрукты. Ну вот и все, готово! Бу! Ого! Ты кто? Бу! Это я! А, Пин-Пин! Это я, песочное существо! Песочное существо! Ну ты извозился! Да ты тоже грязная! Перед тем, как ягоды или фрукты кушать, их обязательно нужно как следует помыть. Дети! Пин-Пин, Ко! Я вам лакомство приготовила! Ой, про соль забыла. Как я сварю овощной суп? Так надо срочно сходить в магазин. Слышал, нас там мама звала. Пин-Пин, пошли! Пин-Пин! Пин-Пин! Пин-Пин, а ты где? Пин-Пин! Бу-у-у! Песочное существо! Ага, тебя заколдовало песочное существо! Побежали скорее! Побежали, побежали! Вот это да! Вкусняшки! О. Как вкусно! Вкуснющие! Ой! Ой-ой! Что такое, Пин-Пин? Ой-ой-ой! Живот! Как-то неприятно! Ой! И у меня! Кажется, нас заколдовало песочное существо! Ой. Ой! Животик! И у меня животику плохо! Что случилось? Вы заболели? Ой-ой-ой! Нужно срочно звонить доктору Коту. Мур-мяу. Здравствуйте, космический доктор Кот. Добрый день. Что случилось? Мои дети, кажется, заболели. Мур-мяу. Говорят, что их животики заколдовало песочное существо. Песочное существо? Да-да. Заколдовало животики? Мур-мяу. Зео, вылетаем. Скоро буду. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мур-мяу. Мур-мяу, мур-мяу. Сейчас я вас послушаю. Где болит? Здесь? Ага, в животе. Смотрю, вы лакомились яблоком. А руки после улицы мыли? Забыли. Так, все с вами ясно. Вот вам и причина. Да-да. И дело вовсе не в песочном существе, а в том, что вы не помыли перед едой руки. Потерпите, сейчас я вам дам микстуру. Держи, это тебе, Пин-Пин. Спасибо. А это тебе, Ко. Большое вам спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, спасибо космический доктор Кот. Ура! Вот это да! Все прошло! Ура! Все прошло. Мурлыши, обязательно мойте руки перед едой и сразу после прогулки. Тогда любая болезнь пройдет стороной. Будьте здоровы. Спасибо, космический доктор Кот. Я вам очень-очень благодарна. Мур-мяу. Колючий футбол. Давай! Давай, догоняй! Да, давай. Вперед, вперед, давай! Влево! Давай, давай! Влево. Давай, нет. Догоняем! Вот. Догоняем! Вот. Ага! О, поймал! А, полетели играть! Ага! Отлично! Давай, бросай! Я готов! Да, давай! Готов? Так! Эть! Опа! Ага. Дыщ. И опа. Опа. Давай пупырчато еще раз. Сейчас точно забью красный. Давай, давай. Дыщ. Ого. Улетел. Улетел.
Давай, беги за мячом. А почему я? Так ты же не поймал. Так ты сам мимо ударил. Ну? Ну ладно, пошли вместе. Так, эй, зеленый, ты кто? Как зовут тебя, Эй, зеленый, мяч верни. Ну хорошо, я сам возьму. Ой-ой-ой, ой. Ты чё кусаешься? Так, ты чего это раскусался тут? Кусаться это не круто. Ай-яй, это совсем нечестно. Отдай мяч, сказали. Ну чего молчишь? Чё молчишь? Ах так, всё молчишь. Ну, вообще. Красный, за мной, пошли, у меня есть идея. И памс. Привет, Пинкин, одолжи клюшку. А зачем? Есть идея. Какая? Мячика доставательная, ага. И клюшкой отнимательная. О, как интересно. Пошли. Пошли. Так, ага. Давай. Ой. Ого. А что с ним? Так. Он плохо выглядит. Он что, заболел? Папа! Папа! Добрый день. Что случилось? Это зеленый! Он забрал наши вещи! Ага, и покусал нас. Ну и мячик. Да. И мячик заболел. Он не заболел. Это же кактус. У него колючки. Вот мячик и сдулся. Сейчас... Ого! Ого! Круто! Вот это да! Надо просто аккуратно. Оп! Просто надо играть аккуратно. Держи. Играть! Ого! Ага. Гол! Есть растения колючки, только тронешь сразу ай. Хоть они немного злючки, их за это не ругай. В колючку не суйте ручку, в колючку не суйте ручку, в колючку не суйте ручку. Снеговик. Ага, Санта-Клаус снеговика заметит и сразу прилетит. Приманка для Санта-Клауса? Ага. О-о-о. Красиво, но Санта может не заметить. Снеговик ведь такой белый на снегу. Чего-то не хватает. Точно, глаз. О, и носа. Пойдем, скорее найдем. Пойдем. А я посторожу. Мама! 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 Снеговику мама! Срочно нужны снеговику нос срочно и глаза! Срочно нужны нос и глаза! Ух ты! Как здорово! А я праздничный ужин готовлю. Поможете украсить дом? Скоро папа прилетит. Конечно, конечно, мамочка! Мамочка. Ух ты! Снежинки! Давай, тяни! Флажки! Давай, 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 тяни, давай сюда. Тяни. Ну, осторожно. Давай, я тяну. Ну, держи. Аккуратно. Ну, давай. А? О, красиво. Красиво получается. О, бабуля. Бабушка. Я елочка. Пин-пин, пока ты дурачишься, Санта прилетит, снеговика не заметит и улетит. А? Мам, готова? Пойдем. О,
Какие вы молодцы! А это вам. Идите, доделывайте снеговика. Давай, 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 давай. Побежали, побежали. Побежали, скорей. Мы вернулись. А вот это нос. И ведерко на голову. Эй, теперь Санта точно заметит. О, кто-то летит. Ура, папа приехал. Побежали. Ой, Санта-Клаус. Ура, снеговик сработал. Здравствуйте, Пин-Пин и Ко. Здравствуйте, Санта-Клаус. Здравствуйте, Санта-Клаус. Вот вам подарки. Это тебе, Пин-Пин. Это тебе, Ко. Ого, спасибо. Надо маму позвать. Давай, давай, давай за мамой. А это тебе, микроб. Оп. О. Ух ты, как здорово! Как здорово! Подарок! Спасибо! Мама! Мама, бежим быстрее, быстрее! Мама. Иду, 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 иду. А где Санта-Клаус? Он малышей полетел поздравлять, но обещал вернуться. На следующий Новый год. Смотрите, смотрите, он возвращается! О-хо-хо-хо-хо! Здравствуйте, Пин-Пин и Ко! Вот вам подарки! С Новым годом! Спасибо, папочка! Спасибо, папочка! Ой, а как вы меня узнали? Настоящий Санта-Клаус только что у нас был! Ура, ура! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, с Новым годом, с Новым годом. С Новым годом. Снеговик сработал. С Новым годом, друзья. Ура! Валентинки. Трам-пам-пам, я рисую. Трам-пам-пам, валентинки всем друзьям. Ух ты! Ух ты! Какие красивые! Чур мне красную. А мне розовую. А что это? Это валентинки. А зачем их присылают? Ух ты. Чтобы сказать, что вас любят. Ко, а давай нарисуем валентинки всем друзьям. Давай, их же у нас так много. Ведь мы так любим доктора кота, Зео, собаку полицейского. Давай. Да, да. Давай, точно. Давай нарисуем валентинки для всех. Побежали. 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 Это мне. Ничего у нас не получится. Почему? Мама увидит валентинки, и сюрприза не будет. А что же делать? Дети, скоро будем обедать, и я вас позову. Знаю, побежали во двор. Скорей. Ух ты. Вот тоща, как бабахнем. Ух ты. Ух ты, какая интересная штука. Ого. Да, классная. Прекрасно. Нам бы такую. Зачем? Зачем? Нам нужно тайно отправить валентинки. Пупырчатый, это похоже на шалость. Да, интересненько. Да, тащите их сюда. Сначала их нужно нарисовать, чтобы никто не видел. Ага. Это точно шалость. Мы в деле. Мы вас спрячем, ребятня. Давай, пупырчатый, помогай. Так. Ну что, никто не идет? У меня все тихо. А теперь у тебя кто-то идет? Нет, никого нету. Никогошеньки. Никого. Но вы там скоро? Готово. Отлично. Так. День Святого Валентина, давай, праздник, давай. Весело вокруг. Давай, давай. Летим.
Получает Валентинку даже самый лучший друг. Мы с приятелем вдвоем восхитительно поем, и в любые дни недели мы шалить не устаем. Вов, спасибо вам, друзья, что любите меня. Ха, держите мой ответ, сердечко и конверт, Вов. Спасибо, добрые друзья, что получил открытки я. Как здорово, что я не одинок. Я, Валентинок, получил большой мешок. Мурмяу, как приятно. Я вас тоже люблю. И вам свое сердечко я тоже подарю. Ага. Так. Опа! Ваши Валентинки почему-то всех обрадовали. Ну, конечно. Всем приятно знать, что их любят. А вот ваши Валентинки. Ого! Наши? Наши! Конечно! Да, да! Вы же наши друзья и помогли нам. Да-да. Спасибо, я понял. Это была не шалость, но мне почему-то понравилось. И мне тоже, пупырчатый, я вообще в восторге. Я в восхищении, спасибо, друзья. Я вообще, мне так понравилось. Обалдеть, мне очень понравилось. Да, пропавшее сокровище. Я тебя догоню. Ой, а ну стой. А теперь ты. А теперь ты догоняй. О, подожди, Пин. Смотри, какие. Ого, какие красивучие. Что это? Я знаю. Это сокровище. Ура! У меня будут сокровища! У меня тоже! Какие красивые! Ух, как жарко! Это потому, что солнце вышло. Пойдем переодеваться? Да, побежали! А это давай пока оставим тут. Ага, вот тут, на скамейке. Вов! Я по улицам хожу, за порядком я слежу. Полицейские важны, полицейские нужны. Вот я по улицам хожу. Оп-оп-раф. Ой, а где сокровища? Тут нету. Может, укатились? Тут нету. Тут тоже. Странно. Нашел? Нет. И тут тоже нет. Сокровища? Ну где же вы? Я знаю, их украли. Тогда надо звать на помощь. Помогите! Помогите! Я? Что случилось? Мистер собака-полицейский, у нас украли сокровища. Ага, украли. Целых два. А может, вы их в карманы убрали и забыли? У меня нет карманов. А, карманы тоже украли. А у тебя их и не было. Фуф. А как ваши сокровища выглядели? Такие длиннючие. И красивучие, блестючие. Ага. Ага, мы их здесь оставили, а теперь тут только лужа. Я все понял. Дело раскрыто. Гав, это сделало солнце. Солнце, отдавай наши сокровища. Отдавай наши сокровища. Солнце их не крало, оно их растопило. Вот. Растопило? Солнце, затопи наши сокровища обратно. Ваши сокровища – это сосульки. Сосульки? Дружок, запомни навсегда. Разной может быть вода,
Ты твердая и жидкая, такая она хитрая, когда зимой мороз придет. Вода, сосулька или лед. Когда теплее станет, сосулька вмиг растает. Дружок, запомни навсегда, разной может быть вода. Мы все поняли. Да, все поняли. У нас дома много сокровищ. Молодцы. Ура! Кусачие блинчики. Слушай, брат, свою сестру. А? Я придумала игру. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, будешь догонять. Ты водишь. Ой, а ты где? А я здесь. Вот ты где. Догнал. А я тебя сейчас догоню. А я спрятался. Ой. Так, а? Так, о! Ого! Ого! А, как вкусно пахнет! Космически вкусно! Детям нужно соки пить, в них много витаминчиков. А еще я испекла космические блинчики. А? А? Пахнет вкусностью. Пальчикооблизывательный запах. Космические блинчики еще очень горячие. А я хочу их укусить. Нельзя, Пин-Пин, а то блинчики сами тебя укусят. Ого, кусачие блинчики. Им надо остыть, а мне надо сходить в магазин за соком. И пока блинчики не остынут, пожалуйста, не ешьте их, а то обожгетесь. Да, конечно, хорошо, да, мам. Конечно, хорошо, мам. Ой, ну я пойду. Блинчики кусаться нельзя. Ну-ка, фу, сидеть. Папа, осторожно, блинчики кусачие. Ой, папа блинчик укусил. Скорее, надо звонить доктору Коту. Ага. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили космическому доктору Коту. Это осьминог Зео. Доктор Кот, пусть приедет доктор Кот. Что? Я офлов язык. Вы офлов язык? А я осьминог Зео, очень приятно. Нефть, язык. Балуются по телефону, ай-яй-яй. Мы не балуемся, нам нужен космический доктор Кот. Мурмяу, что у вас случилось? Нашего папу горячий блинчик укусил. Мяу, за что? За язык. Понял, выезжаю. Зео, собирайся. Мурмяу, нам срочно нужно вылетать. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Вот так, сейчас будет лучше, правда? Кажется, да, спасибо, космический доктор Кот. Чтоб не обжигаться, каждый должен знать, горячие предметы лучше не хватать. Может быть, горячий чай или блин горячий. И пока он не остыл, очень он кусачий. Если ты обжегся, то скажи родителям, что-нибудь холодное сразу приложите вы. А когда остыло, как узнать? Надо просто рядом ручку подержать. Если ей не горячо, дотронься осторожно. Убедись, что все остыло, значит, трогать можно. Вам здоровья я желаю, а меня работа ждет. Огромное спасибо вам за это, космический доктор Кот. Космический день рождения. Ой, как здорово! Ко, я так рад, что мы летим к доктору Коту на день рождения!
Да, мне не терпится попасть на этот праздник. А как думаешь, там будут воздушные шары? Конечно, это же день рождения. Там будет торт. Торт? Со свечками. О, как здорово! Слушай, я так соскучился по Зео. Я тоже. Он такой классный. Он такой красный. А как думаешь, там будет собака-полицейский? Обязательно, это же его друг. Здорово, какой отличный подарок мы придумали для доктора кота. Конечно. Отличный космокомпас. Да уж, еще бы. Что надо, космокомпас? Так, опять не туда прилетели. Нам же нужно на планету грязи. Здрасте, мордасти. Мы Пин-Пин и Ко. Ха-ха, да это шутка такая. Ай, да по лужам прыгать. Нам пачкаться нельзя. Почему? Мы идем на день рождения к доктору Коту и подарим ему космокомпас. Чё? Ну это штука, с помощью которой можно найти любое место. Ого, нам бы такой. Ага, а зачем? Да чтобы сразу попадать туда, куда нужно. А, да, классная штука. Подожди-ка. Пупырчатая, тебя позвали на праздник? Меня нет. И меня. Так, у меня идея. Давай, давай, давай. Так, давай. Давай, туда. Да нет, нам в другую сторону. Вот бы сейчас там космокомпас. Вот точно. Смешная история, доктор Кот. Как интересно. Так, вон он, пошли. Да, тихо. Это смешная история, доктор Кот. Давай, давай дальше. Вот, еще немного. Давай. Он здесь. Что, космокомпас? Торт. Балбес, нам компас нужен! Да нет, торт! Сначала торт! Да нас все увидят! Да нет, нам торт! Я без торта не уйду! Привет, мои мурлыши! Как хорошо, что вы пришли! Ой. Угощайтесь тортом! Ничего, что мы без приглашения! Так вот же оно! Так это приглашение? Ого. Ну, конечно, вы же мои друзья. Док, мы читать-то не умеем. Ох, вы мои мурлыши, я обязательно научу вас читать. Спасибо. А ты, пупырчатый, держи космокомпас, у меня запасной есть. А что, так можно было? Ну, конечно, ведь здорово не только получать подарки, но и дарить. Спасибо, космический доктор Кот! С днем рождения! С днем рождения! Мурмяу, спасибо, давайте веселиться! С днем рождения, кота! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! С днем рождения! А что, еще раз, да? Ну ладно! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! День смеха. Сегодня необычный день смеха. Сегодня розыгрыш и день смеха. Потратим целый день в году на ерунду. День смеха. День смеха. И кажется, я знаю, кого я разыграю. Ко! Ко! Эй, привет, па! Солнышко, а знаешь, какой сегодня день? Конечно, день игры в мяч. Сегодня день смеха, малышка. День смеха? Угу.
А как это? Сейчас расскажу. Хочешь вкусняшку? Конечно, хочу. Держи. Ух ты! Спасибо. Папа, смотри, тут нет вкусняшки. Это я тебя разыграл пустой вкусняшкой. Это шутка. Держи настоящую. А, теперь понятно. А, вкуснятина. Здорово ты пошутил. Я думала, там есть конфета. Разворачиваю, а там нет. Вот умора. Так, какой шалаш сейчас построю. Куда бы эту ветку приделать? О! Привет, Пин-Пин. Сюрприз. Хочешь конфету? Привет. Это конфетный сюрприз. Ну просто, хочешь конфету? Ага, хочу. Держи. Ого, спасибо. Странно, тут ничего нет. Чего ты смеешься? Потому что день смеха. Я тебя разыграла. День смеха? А мне совсем не смешно. Как не смешно? Пап! Пап! Пап, день смеха не работает. Я дала Пин-Пину фантик, а он не засмеялся. Ну, а ты потом дала ему вкусняшку? Нет, я ее сама съела. Солнышко, после розыгрыша надо было дать ему угощение. Вот, держи, это для Пин-Пина. Поняла, спасибо, пап. Пин-Пин, я забыла дать тебе вкусняшку. Держи, вот. А эти настоящие? Эти, да. Спасибо. Смотри, какой дятел красивый. Где? Какой красивый дятел. На, съешь вторую конфету сама. А здесь ничего нет. Потому что я съел твою, а ты съешь мою. Ого, ты что, меня разыграл? Ага, день смеха все. Вот, держи. Вот молодец. Магия вежливости. Да. Ай. Ага. Вкусно. Ого. Пупырчатый, ты слышал? Ага. Это у меня в животе. Ого, точно. Ты что, голодный? Очень. Сейчас бы схрумкать что-нибудь. Ха, Пупырчатый, а давай поищем. Так. Ой, ну давай я посмотрю. Так. Так. Ищи ням-ням. Ну, что там? Доктор Кот спешит на вызов. Собака-полицейский работает на пляже. Ой, он нас заметил. О-о-о. Так, нашел. Там пикник и разные вкусняшки. Не может быть, правда? Правда, летим скорее туда. Полетели, да, бежим, да, скорее, быстрее. Оп, всем привет. Добро пожаловать на волшебный пикник. В
вас ждут незабываемые развлечения. Добрый день. Красный, пупырчатый, садитесь, сейчас будут фокусы. А вкусняшки? А вкусняшки будут после фокусов. А долго ждать? Тише, ребята, смотрите, Абра. А я знаю, что сейчас будет. А я не знаю. А хочешь, расскажу? Это невежливо, пожалуйста, не мешайте. Абракадабра. Подумаешь. Пожалуйста, не мешайте. И вообще, мы сюда за вкусняшками пришли. Красный, у меня идея. Ага. Давай сейчас вкусняшки съедим. Давай. Особенный фокус. Исчезающие вкусняшки. Абракадабра. Эй! Вот это да! Вот это да! За чего за дела? Верните вкусняшки! Чтобы они появились, нужно произнести волшебное слово. Это какое? Пожалуйста. Пожалуйста? Не слушай его, это, наверное, вранье. Пожалуйста, пожалуйста, можно нам по кусочку вкусностей? Конечно, ребята. Абракадабра. Спасибо, мистер Зео. Спасибо, мистер Зео. Ерунда какая-то. Пупырчатый, а давай рискнем. Пожалуйста, а можно мне тоже кусочек? Пожалуйста, припожалуйста. Конечно, абракадабра. Ух ты, волшебство. Не волшебство, а обычная вежливость. Ладно, и я попробую. Можно и мне это, но как его это? Пожалуйста. Абракадабра. О, спасибо, мистер Зео. Удивительно. Оказывается, вежливым быть так просто? Так просто, ага. А иногда и очень вкусно. Вкусно. Вежливость, это очень просто. Вежливость для маленьких и взрослых. Есть два волшебных слова: спасибо и пожалуйста. Их не забывайте даже во время шалостей. Кто выключает солнце? Ко, Пин-Пин, укладывайтесь поудобней. Спокойной ночи. Солнышко ушло, и вам тоже пора спать. Спокойной ночи, ребятишки. Спокойной ночи, папа. Пин-Пин. Ты не спишь? Не, не сплю. А ты? И я не сплю. Пин-Пин. Чего? А почему солнышко все-таки ушло? Может, оно обиделось? А, это все из-за тебя. Потому что ты не доел утром кашу. Нет, не из-за меня. Ты включил днем лампу. И раскидал свои игрушки. Вот уж нет. Это ты ловила солнечных зайчиков. Нет. Слушай. А давай вернем солнышко. О, давай! А как? У меня есть конфета! Смотри! А? О, конфета! А дай мне конфету! Сейчас закинем удочку и поймаем солнышко! Давай ловить! Цып-цып-цып! Цып-цып-цып! Гули-гули-гули-гули-гули! Цып-цып-цып! Эх, не получается! А может, песню споем? А давай! Солнце, солнце, выходи! Яркий лучик подари! Освети нам все вокруг! Ты же наш веселый друг! Поиграем от души! И возьмем карандаши! Нарисуем твой портрет! Вместе все споем куплет! Солнце, солнце, выходи! Яркий лучик подари! Освети нам все вокруг! Ты же наш веселый друг! Что-то не выходит. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я покажу с помощью фонарика. Во, во всем виноват крокодил.
Каждый вечер в одно и то же время он незаметно подкрадывается к солнцу и проглатывает его. Ой, это неправда! Все было по-другому! Все было по-другому! Как? На небе сидит космический жадный гномик. Он снимает с головы шапку и накрывает им солнце. Нет, это все крокодил. Нет. Крокодил. Гном. Крокодил. Гном. Нет, гном. Нет, гном. Крокодил, крокодил, крокодил. Так, 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 дети, что это вы тут раскричались? Быстренько все по кроватям. Пора спать. Пап. Пап. А кто выключает, солнце? Угу. Все понятно. Укладывайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. Баю-бай, Пин-Пин и Ко, солнышко уже зашло. Нужно глазки закрывать, а не бегать и играть. С нашим солнцем все в порядке, оно будет прям к зарядке. Раз, два, три, четыре, пять, ночью деткам нужно спать. Завтра будет новый день. Ну а ночь... Большая тень.